Документальный фильм «Еревань. Сокрытые истины» был снят на английском языке, а позже переведен на азербайджанский и русский. В ленте рассказывается о принадлежности одного из древнейших центров азербайджанской культуры, города Ереван, азербайджанским тюркам, что на протяжении долгих лет стараются скрыть армяне. В фильме также повествуется о том, как был основан Ереван, о правлении в городе тюрков-мусульман, об Ереванской крепости, местных мечетях, площадях, торговых киосках, банях и садах. На основе фактов рассказывается об оккупации города царской России, демографическом положении, уничтожении культурного наследия азербайджанцев армянами и изгнании ими азербайджанцев. Своим мнением о фильме поделился помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Фильм, в презентации которого мы сегодня участвуем, является серьезным проектом, но этого недостаточно. Необходимо более совершенно преподносить восстановленную с большим трудом историю древней Еревана, в том числе описание мечетей, памятников. Должны быть подготовлены открытки, буклеты о них. Их надо распространять среди туристов, чтобы они знали, как армяне уничтожали азербайджанскую историю. Дипломаты, выезжающие за рубеж, наши соотечественники, которые проживают за рубежом, наша молодежь должны участвовать в распространении этого фильма во всем мире. Али Гасанов подчеркнул, что армяне целенаправленно фальсифицируют историю Еревана, который имел особую роль в формировании этногенеза народа Азербайджана. Октай Атаев, Эльнара Бахышева, Зия Бабаев, CBC.